Сегодня, 11 апреля, во всем мире отмечают День освобождения узников фашистских лагерей. Эта дата связана с памятью о восстании пленных разных национальностей в Бухенвальде в 1945 году. В честь этого события в Бердске состоялось городское торжественное мероприятие, основная цель которого – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и судьбах людей военного времени. В 1945 году узники Бухенвальда, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. В 1958 году было принято решение об открытии в Бухенвальде национального мемориального комплекса. Сохранились наблюдательные вышки и колючая проволока в несколько рядов. Нетронутые ворота лагеря с надписью «Каждому свое». Подробнее о том, как бердчане отметили Международный день освобождения узников фашистских лагерей, мы расскажем завтра, 12 апреля, в вечернем выпуске программы «Новости».